З 250 мільйонів гривень, запланованих на відновлення Девеланівського спуску, 100 візьмуть з недавно узгодженого кредиту. Таке рішення мерії викликало чимало питань у опозиційно налаштованих депутатів. Головна причина – недоцільність використання саме запозичених грошей для капремонту занедбаної ділянки в центрі міста, наявність нерухомості, що не належить місту. Якщо власники зруйнованих будівель вирішать нарешті зайнятися своєю власністю, то ремонтувати Девеланівський доведеться ще раз. Кроме того, что там нужно делать ремонт покрытия, там нужно еще решать вопрос с коллектором, там нужно решать вопрос с домами, которые там принадлежат частным лицам, но они разрушенные. И если мы сделаем ремонт, то после этого пойдет стройка, стройка разрушит то, что мы построили, и это будут выброшенные деньги на ветер. Соответственно, у нас из 1,2 миллиарда кредита где-то 1,7 миллиона – это капитальные выдатки, которые действительно не нуждаются в таком срочном вопросе. До слова, власники будинків, які нагадали про себе після лютневих обвалень, більше в публічному просторі не з'являлися. Зруйновані сходи і ліхтар теж ніхто не ремонтував. Пошли по принципу запугивания. То есть, если вы помните, было на исполкоме такое решение, что если недобросовестный собственник не смотрит за своими зданиями, будем забирать их в собственность города. Да? Попытались таким образом испугать собственников, чтобы они пришли в горсовет и начали что-то решать, потому что у них что-то заберут. Но собственники тоже не глупые люди, не понимают, что для того, чтобы это сделать, это годы пройдут судебных разных тяжб, и в результате это все закончится, ну, вряд ли кто-то у них заберет частную собственность, да, а пойти по принципу пригласить для того, чтобы по-человечески поговорить, договориться, сказать, мы живем в одном городе, давайте все-таки изменим ситуацию, до этого у этих чиновников руки не доходят.